Добрый день. Для ответа на вопрос Светланы решил записать вот такую небольшую видеоинструкцию. На самом деле процедура очень простая. Кликаем по этой ссылке. Заходим на платформу «Планета». Для того, чтобы что-то производить и делать здесь какие-то действия на этой площадке. Площадка замечательная, можно открыть свой проект, можно поддержать другой проект. Но для работы с этим проектом нужно быть зарегистрированным. То есть, если вы уже зарегистрированы, то вы просто заполняете эту стандартную форму, свой адрес электронной почты и пароль. Если вы не зарегистрированы, то выбираете пункт «Зарегистрироваться», заполняете там всю эту форму, там ничего сложного нет, и, собственно говоря, продолжаете. Так, когда мы зашли, мы, собственно говоря, по этой ссылке перешли на проект «Каждому юному спортсмену по новой лодке». Это название проекта. Здесь указана сумма, которую собираются они собрать. Здесь осталось дней 22 дня. Здесь 5 акций продано с 7 июля 2017 года. Ну и, собственно говоря, состав продуктов, которые предлагает проект. Это вы можете перечислить любую сумму, можете приобрести сувенирную продукцию: календарь, магнит, сувенир, весло, сувенир байдарка, футболка символика и прогулка на каноэ. Прогулки на байдарке нет, к сожалению, на двойке можно было покатать на самом деле. Вот, переходим на кнопочку «Поддержать проект», попадаем, собственно говоря, в меню, в прайс, в котором вы выбираете либо вот денежная, любая сумма. То есть, где вы ставите, там появляется, значит, это поле и активно. То есть, если выбрали календарь, сделали там, выбрали количество вот этим бегунком календарей, которые вы планируете там приобрести. Ну, вот рассмотрим приобретение, перечисление любой суммы. Здесь вы сумму можете менять. То есть, это может быть 1300, 13000, 30000, 2000, 1000. Не знаю, насчет там 100 рублей, может ли меньше минимального быть, не представляю. Дальше переходите «Продолжить покупку». Дальше выбираете способ оплаты. Ну, я вот карту выбрал банковскую. Переходим в поле, заполняем все поле реквизитов банковской карты, заполняем все эти стандартные поля. Переходим оплатить сумму, здесь указывается. Дальше приходит вам смс-ка на телефон, вы подтверждаете, и, собственно говоря, деньги перечисляются этой компании. Все, все предельно просто. Удачи, удачи желаю этому проекту. К сожалению, поздно узнал об этом проекте, и нужно его поддерживать именно репостами. Ну и можете вот размещать эту инструкцию, которую я вам тут записал. Спасибо.